Сочи, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Красноармейский районы, столица Адыгеи, Майкоп. Такова география надежд Кубани. Это ежегодный краевой турнир по стрельбе из лука. В этом году в Сочи приехали порядка 70 лучших стрелков. Это юноши и девушки, юниоры и юниорки от 13 до 19 лет. В их числе и призеры прошедшего в Испании первенства мира, там российские лучники в команде взяли серебро, и всероссийских соревнований в Гатчине. Оттуда наши спортсмены привезли второе и 2/3 места. Это все-таки весь мир, поэтому соперники серьезные. И ну, самые такие ведущие страны – это азиатские страны. Вот, они у нас в основном были соперниками. Я вернулся с соревнований в городе Гатчина, это под Санкт-Петербургом. Выступал там с своим сокомандником Андреем Хохутским. Вот, там мы 3 медали заработали. На турнир «Надежды Кубани» большие надежды возлагают и менее титулованные стрелки. Я надеюсь выполнить кандидата в мастера спорта и, ну, и забрать, конечно же, золото. «Надежды Кубани» проходят в помещении на базе Федерального центра подготовки «Югспорт». Сегодня первый день турнира – квалификация. «Надежда Кубани» идет отбор на всероссийские соревнования «Надежды России». «Надежда России» будет смотреть лучших ребят, и уже они попадают на спартакиаду России. То есть одно идет за другим. Завтра в программе соревнований личные финалы. В субботу – командные. Тогда же станут известны результаты турнира и имена тех, кто поедет в Великие Луки на всероссийские соревнования «Надежды России».